обильными осадками на отрезке Казань-Уфа отменили спецучасток. Сейчас мы пойдем в режиме Лиазона до Уфы, ну, с заездом в набережные Челны. Так как трасса проходит всегда в труднодоступных местах, как мы понимаем, все размыто, кругом вода. И, конечно, организаторы в первую очередь беспокоятся о безопасности. I think the organizer take care about the stage and about the competitor. He want a nice stage to fight it. And I think with 3 days of rain, I think the stage is come bad. Жаль, очень жаль. Все рассчитывали, все пилоты огорчены тем, что не будет возможности подраться. Любая отмена, как на мой вкус, любая отмена – это плохо. Потому что гонщики должны гоняться, а не ездить по асфальту. Но, скорее всего, условия там действительно такие, что и невозможно ехать, и слишком опасно, чтобы не оставить там половину гонки в полях. Степные дороги – это для багги. Непосредственно команда Peugeot будет иметь преимущество на длинных участках, которые будут в Казахстане. Здесь же было преимущество для нас, где лужи, где грязь. Для наших полноприводных машин это более удобная позиция. Мастер спорта Казахстана, один из самых известных автогонщиков Казахстана. Умный, талантливый, быстрый, а теперь уже и известный не только у нас и в своей стране, а во всем мире гонщик. И на перегонке гонщиков России. И надо бы сказать, что... Да, надо бы сказать... Я шучу. Володя Демьяненко и Бауыржан Исабаев, член казахской национальной сборной по ралли-рейдам. Мастер спорта Казахстана. От лица дирекции ралли, от участников, рады приветствовать вас здесь, в центре города Набережные Челны, на родине команды КамАЗ-Мастер.